Здравствуйте, дорогие наши подписчики! С вами опять я, агроном компании «Ваш сад» Людмила. Сегодня у нас такая вот съемка необычная, да, в условиях полного карантина и самоизоляции. Мы с вами сегодня поговорим о том, в чем нуждается наш организм в период вот таких вот вспышек каких-то болезней. В первую очередь, раз у нас такая вот компания, предлагаю вам окунуться в, вспомнить, вернее, школьную программу и вспомнить, что такое витамины. Да, слово «вита» означает «жизнь». Вот я вас сегодня приглашаю попутешествовать по вот таких вот витаминах, которые мы можем вырастить у себя на участке, на даче, в комнате, на балконе, в конце концов. Вот, в первую очередь разговор пойдет о зеленушке. Вырастить ее совсем несложно, вырастить ее можно в любых условиях, причем есть очень много сортов, которые сейчас не реагируют на длину светлового дня, и вырастить вы их можете даже тогда, когда вам вроде бы кажется, что не хватает света, и этим растениям, в принципе, современным сортам совсем не надо никаких досветок. Что нам надо для этого? Для этого нам надо, естественно, сходить в магазин «Ваш сад», вот, зайти в отдел «Зеленая аптека», запастись разными семенами, а выбор семян огромнейший. Вы можете выбрать и шпинат, и салат, и горчицу, и руколу. Причем салаты могут быть разнообразнейшие, и желтые, и зеленые, и красные. Это могут быть кочанные, полукочанные. Это может быть салат листовой. Вот, вы можете выбрать китайскую капусту, пак чой. Естественно, место, где это все будет выращиваться, ну и сам способ. О том, как вырастить микрозелень дома, мы уже вам рассказывали не раз и не два. Вы видели, вы приходили к нам на консультацию. А вот теперь я хочу рассказать, как можно сделать быстро и, ну как бы сказать, дешево получить зеленушку в домашних условиях. Смотрите, что мне потребовалось для того, чтобы у нас выросла вот такая вот прекрасная зелень. В первую очередь, понятно, площадь. У кого нет площади, вы можете вырастить себе в элементарных горшочках. Вот, никакой сложности здесь нет. Нам надо вот горшочек, нам надо земля, естественно, семена. Что мы делали для этого? Смотрите, почву в теплице, и не только в теплице, а и для выращивания растений в горшочке мы протравливали по инструкции фитоспорином М. Вот, можно использовать в порошке, но мне почему-то больше нравится использовать фитоспорин в пасте. Вот, более, ну как бы сказать, концентрированный, и действует он очень хорошо. Вот, что это за препарат? Ну, понимаете, когда мы выращиваем, например, растения, мы все сталкиваемся с тем, что в почве очень много возбудителей разных болезней. Вот фитоспорин, он как раз является таким препаратом, который, причем это биопрепарат, вы же понимаете, да, что это тот препарат, который будет давить развитие разнообразных грибных, вот, и бактериальных болезней. Вот. Второй, значит, момент. Для замачивания, например, вот этих вот семян я воспользовалась элементарной хлореллой. Да, это тоже концентрат, который спокойно у нас продается в зеленой аптеке, и вы можете себе использовать для замачивания семян. Мало того, что для замачивания, потом этой водичкой, которая остается после замачивания, мы с вами спокойно можем растение полить. Ну и понятно, что тара, в чем вы будете выращивать, если у вас нет условий, например, на улице или в теплице. Мы посеяли семена. Время схожести очень быстрое. Все зависит от того, что это за растение. Например, если это салат с рукола, всходы появляются быстро. Смотрите, когда речь идет о эфиромасличных культурах, у них оболочка очень плотная, в ней находится очень большое количество эфирных масел. Понятно, что розмарин, например, тот же тархун, смотрите, какой у меня красивый шалфей в горшочке, он у меня уже растет второй год, он на лето переезжает на улицу, а зимует он в доме. Вот, это шалфей, который используют для кондитерки, очень ароматный. Вот, например, еще такие растения, как щавель кроваво-красный. Вот, видите, какой красивенький. Вот эти растения, вот петрушечка, базилик, да, эти растения, они очень долго всходят. Из-за этого пугаться не надо. Вы, конечно, можете применить там эпин для замачивания, можно применить гумат для замачивания, но, тем не менее, как видите, мне и хлореллы в этом году хватило. Вот.
Как делаем? Можно сделать посев ящички, потом сделать пикировку в стаканчике. Вот. Если вы не хотите перепикировать, что значит пикировать? Это пересадка растения на большую площадь питания с прищипыванием кончика корня. Для этого потом корень сам, ну, как бы кустится, растут боковые корешки, и он хорошо увеличивает свою площадь питания. Если вы не хотите с этим возиться, ради бога, берите плошечки, маленькие стаканчики и просто бросайте сюда 2-3 семечки, вот, и ждите, пока растение взойдет. Вот. Ну и для того, конечно, чтобы такая зеленушка у нас была прекрасная, вот, ей необходимо питание. Как бы мы там что ни говорили, вот, без подкормок растение не будет таким вот пышным и таким вот красивым. Смотрите, вот он салат, да, вот она руккола. Салат другого сорта, мизуна, салат красный. То есть это те растения, которые нам дают в зимний период и в осенне-весенний период при нехватке витаминов все то, что надо. Здесь и витамин С, здесь огромное количество магния. Смотрите, здесь вот цвет зеленый, да, зеленый цвет это хлорофилл. Там магний. Магний для растений это то же, что для нас, например, железо. Здесь большое количество минеральных солей. В красных салатах большое количество антиоксидантов. Это все то, что поднимает наш иммунитет. Чем я их подкармливаю? Показываю вам баночку. Это все можно купить в нашем саду, в зеленой аптеке, либо в отделе грунты. Это биоудобрения, это биохилаты. Вот. Это микро- и макроэлементы в хилатной форме. В той форме, которая... очень, ну, как бы, легко усваиваются растениями, не накапливаются, и, в принципе, никакого вреда нашему организму они не приносят, и не просто являются питанием для наших растений. Потому овощи, выращенные с помощью вот таких вот биохилатов, являются экологически чистые. Вот, в принципе, к чему я все веду? Я веду к тому, что мы ждем вас в магазине «Ваш сад», мы ждем вас в зеленой аптеке. Пожалуйста, приходите, берите семена, сейте, пробуйте, кушайте свою собственную зелень, повышайте иммунитет, не болейте и будьте здоровы.